Нефтяная компания «Башнефть» планирует разместить биржевые облигации на 5 миллиардов рублей. 5 миллионов облигаций номиналом в 1000 рублей каждая намерена разместить по открытой подписке, сообщили в компании. Решение об утверждении условий выпуска биржевых облигаций президент компании принял 23 января. Погашаться они будут по номинальной стоимости через 7 лет. Напомню, что с октября прошлого года «Башнефть» входит в структуру «Роснефти». Последняя приобрела контрольный пакет ее акций у государства почти за 330 миллиардов рублей. Блок пакета акций башкирской нефтяной компании находится в собственности региональных властей.